Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 93, упражнение номер 18. Выполни деление с остатком и сделай проверку. 11978 разделим на 52. Первое неполнодельное 119. 11 десятков делим на 5, не делится. Делится 10 на 5, получается 2, умножаем. 2 на 2 – 4, 2 на 5 – 10. Вычитаем. 9 минус 4 – 5. 1 минус 0 – 1. И сносим 7. 15 делим на 5, получается 3. 3 на 2 – 6. 5 на 3 – 15. Из 7 вычитаем 6 – 1. И сносим 8. 18 на 52 не делится, делится 0. На 18 на 52 получается 0. Итак, у нас получилось 230, а остаток 18. Для проверки. Сначала 230 умножим на 52. 3 на 2 – 6, 2 на 2 – 4. Перемножаем на 5. 5 на 3 – 15, 5 пишем. 1 запоминаем, 5 на 2 – 10, еще 1 – 11. Складываем 0, 6, 4 плюс 5 – 9 и 2 однерки. 11960. И прибавим к 11960 остаток 18. У нас получится 11978. Деление выполнено верно. Второй пример. 34051 разделим на 420. Первое неполноделимое 3405. 34 сотни разделим на 4, не делится. Делится 32 на 4, получается 8. Умножаем. 8 на 0 – 0. 8 на 2 – 16. 6 пишем, 1 запоминаем. 8 на 4 – 32. Еще 1 – 33. Вычитаем. 5 минус 0 – 5. 10 минус 6 – 4. Сносим 1. 4 делим на 4, получается 1. 420 умножаем на 1, получается 420. Вычитаем. 1 минус 0 – 1, 5 минус 2 – 3. Так у нас получилось 81, остаток 31. Для проверки. Сначала 420 умножим на 81. Умножаем на 1. 42 на 1 – 42. Умножаем на 8. 8 на 2 – 16. 6 пишем, 1 запоминаем. 4 на 8 – 32. Еще 1 – 33. Складываем 0, 2, 4 плюс 6, 10, 0 пишем, 1 запоминаем, 3 еще 1, 4, сносим 3, 34020, прибавим 31 остаток. У нас получится 34051. Деление выполнено верно. Последний пример, 22700 разделим на 74. Первое неполноделимое 227, 22 десятка делим на 7, не делится. Делится 21 на 7, получается 3. 3 на 4 – 12, 2 пишем, 1 запоминаем. 7 на 3 – 21, еще 1 – 22. 7 минус 2 вычитаем, 5 и сносим 0. 50 на 74 не делится, делится 0 на 74, получается 0. Сносим еще 0. 50 на 7 не делится, делится 49 на 7 – это 7, но по 7 слишком много, мы берем по 6. 6 на 4 – 24, 4 пишем, 2 запоминаем. 7 на 6 – 42 и еще 2 – 44. Вычитаем. 10 минус 4 – 6, 9 минус 4 – 5. Итак, у нас получилось 306, а остаток 56 для проверки. 306 умножим на 74. Сначала умножаем на 4. 6 на 4 – 24, 4 пишем, 2 запоминаем. 0 на 4 – 0, еще 2 – 2. 3 на 4 – 12. Теперь умножаем на 7. 7 на 6 – 42, 2 пишем, 4 запоминаем. 7 на 0 – 0, еще 4 – 4. 3 на 7 – 21. Сносим 4. 2 плюс 2 – 4. 2 плюс 4 – 6. И 1 плюс 1 – 2. И сносим 2. 22644. Прибавим остаток 56. У нас получится 22700. Деление выполнено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.